Тот майский день 2019 года София Шустова помнит, будто это было вчера. С друзьями она пошла гулять на озеро. Один из мальчишек предложил переплыть водоем. Отважились трое. У двух мальчиков не хватило на это сил, и они начали тонуть. Начали кричать, звать на помощь. Ну, получается, я поплыла. И сначала я поплыла за другим мальчиком, который утонул. Но я не смогла его найти, потому что он попал в впадину на 7 метров. И уже второй мальчик уходил под воду, и я поплыла за ним и вытащила его. Но он уже был так, без сознания почти. Мы его вытащили, потом приехала скорая. София профессионально занималась плаванием. Это и помогло ей во время спасения утопающего. Говорит, действовала автоматически. Оказывать первую медицинскую помощь старшеклассница научилась на уроках АБЖ. Классный руководитель Софии Роман Спичкин уделял этому особое внимание. Я горд, что у меня была такая ученица, которая поступила как действительно человек со своей гражданской позицией. Я бы сказал, что она умничка, конечно. О героическом поступке Софии Шустовой узнали далеко за пределами городского округа Люберцы. Девушку наградили памятным знаком «Горячее сердце» Всероссийской общественно-государственной инициативы. Также благодарственные письма вручили родителям юной героини и педагогам. Потому что жизнь, как говорят, дается Всевышним, а уже все остальное складывается само по себе. А иногда этому человеку, чтобы выжить, прожить, ты должен помочь. Ты помогла. И когда что-то подобное возникает, и есть рядышком люди, которые готовы, способны оказать помощь, это дорогого стоит. Сейчас София поддерживает дружеские отношения с одноклассником, которого спасла и его родителями. А майские события повлияли на выбор профессии. Девушка твердо решила стать врачом, чтобы всегда помогать тем, кому это необходимо. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.